неплохое выступление у Франдейля и старался показать лучшие попытки. Немножко неудачно совершил заключительный прыжок, который он вообще в принципе может делать очень неплохо. И заслуженное его третье место сейчас в этом запрыге, конечно, немножко ему в этом не хватило. В принципе, я доволен, но есть над чем работать. Сделаем выводы, которые нужно, над чем работать дальше. И думаю, что, в общем-то, к Кубку мира должны подойти в наилучшей форме.